Через банальные, на первый взгляд, упражнения и спортивные игры люди с синдромом Дауна открывают для себя мир возможностей. Бадминтон, настольный теннис, бочи и мини-футбол – летние виды активности, которые помогают солнечным людям адаптироваться в обществе, заводить новые знакомства, а регулярные тренировки способствуют развитию мозга и созданию новых нейронных связей. В январе мы съездили на специальную олимпиаду в Казань. В марте мы работали с «Динамо» по лыжам и по снегоступам. И сейчас мы активно готовимся к летнему спортивному сезону. Летом у нас будут те виды спорта, которые мы сегодня представляем на наших мастер-площадках. Это бадминтон, бочи, настольный теннис и очень много будет соревнований по пешеходному туризму. Сотрудники реабилитационного центра рассказывают, как положительно влияет спорт на людей с ограниченными возможностями здоровья. Ребята из Подсолнуха неоднократно участвуют в различных спортивных соревнованиях, привозят кубки и медали. Активный образ жизни также помогает им завести друзей. Я больше люблю футбол и стоять на воротах играть. Потому что я умею защищать ворота, я ловлю их, я вратарь, как обычно. У меня это хорошо получается. А кроме того, я еще могу играть в шахматы, в бадминтон, в теннис. В любые игры спортивные могу играть. Когда мы, например, играем вот в шахматы, я продумываю шаги какие-то всякие, как играть. И в шашке то же самое получается. А вот если в футбол, например, играть, это стоять, защищать ворота надо и давать сопернику победить. Проект «Спорт открывает мир» от Фонда развития местных сообществ «Мосты», в рамках которого и проходит фестиваль, выиграл президентский грант и получил 1 700 000 рублей. На фестивале также будет организован круглый стол, на котором обсудят возможности адаптивной физкультуры в реабилитации инвалидов. Этот проект был поддержан Фондом президентских грантов. И начиная с 8 февраля 2023 года началась его реализация. Проект будет длиться 14 месяцев, чтобы охватить весь календарный год. И мы смогли застать все сезоны. То есть и летние виды спорта, и зимние виды спорта у нас включены в проекте. Своим проектом мы планируем проводить занятия и обучать спорту, а также соревновательному вот этому духу и мотивации. Проект «Спорт открывает мир» создан для молодых людей с УВЗ от 18 до 40 лет и их семей. Также тренеры и волонтеры смогут улучшить навыки по организации и проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий для людей с УВЗ. Светлана Карпухина, Герман Баранов, Управда ТВ.